чудесная правда. Если трудно делать. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, you, you. It's a new beginning, set a better life. It's the dancing underneath the disco lights. They can try, but they can never take me down. Ooh, cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love. Огромный привет! Я рада видеть вас у себя на канале. У меня новый влог. Мы сейчас приехали в центр Стокгольма. Чудеснейшая погода, мы решили прогуляться. Я, естественно, беру вас с собой. Девушки, такое платье я уже раз примеряла, но здесь, посмотрите, оно идет с рукавчиками, что также очень красиво, но этот васильковый принт, это просто такая нежность, оно так классно смотрится. Оно, конечно, сейчас не на скидке, 1000 евро. Ой, 100 евро его цена. Еще мне также понравились вот эти вот льняные брюки, мне так, также кажется, довольно неплохая вещь на лето. Желательно... На мое усмотрение, всегда брать что-то поплотнее, чтобы лен лучше сохранял форму. Какие светлые брюки, мне кажется, всегда можно покупать на распродаже.
'cause I don't recognize you anymore. One sweet and caring, now golden calculated. Сижу, короче, я жду, пока пройдет кто-то красивый. Честно, я вообще не люблю снимать стрит-стайл. Я раз пробовала. Мне кажется, это такое, знаете, как подсматривать в замочную скважину за людьми, потому что они это чувствуют, они всегда смущаются, и это как-то не очень. Вот, ну, мне почему-то не совсем это нравится. Так, немножко какие-то интересные образы, почему и нет, но вот на постоянной основе снимать такого рода видео я, конечно, вряд ли буду. Без скручивания в позвоночнике. Продолжаем еще. Наша с вами задача выработать эту здоровую привычку тренироваться каждый день. Еще. Если трудно делать с руками, просто прибейте вес подъема рук. Еще. Что ж, друзья, как вы могли видеть, я сегодня вместе с вами частично выполнила свою домашнюю тренировку. И я вообще просто фанат домашних тренировок. Я люблю заниматься сама себе, в комфорте, в домашней обстановке, когда у меня нет какого-то лишнего стресса. Это удобство, экономия времени и средств, непрерывность тренировочного процесса. Я люблю постоянно знакомиться с какими-то новыми тренировочными программами, выбирать различные курсы. И мне нравится, что в принципе я предназначена сама себе. Это меня мотивирует. Нет необходимости выходить из дома. И самое главное для меня это, конечно, планирование. Я могу самостоятельно планировать свой график. Я сейчас занимаюсь по онлайн-платформе на сайте FitStars, где собрано просто огромное множество различных тренировок, где каждый найдет что-то по своему вкусу, уровню и предпочтениям. На платформе вы сможете найти программы с различными направлениями. Это может быть йога и медитация, похудение, зарядки, растяжка, пилатес, сплит, кардио, какие-то ежедневные зарядки. Я сейчас занимаюсь по программе «Бразильский орех» и 30 дней нон-стоп. И я вам хочу сказать, что тренеры Ольга и Анастасия просто мега крутые, они очень сильно мотивируют, и я прочувствовала свою вообще каждую мышцу. Хочу сказать им огромнейшее спасибо за такую подачу и мотивацию. И для меня, как для любителя домашних тренировок, несомненно важна эта живая, так сказать, подача, когда ты видишь настоящего человека на экране, который тебя мотивирует, объясняет технику, предостерегает от каких-то нюансов, которые лучше всего избежать, чтобы получить наиболее эффективный результат. Весь процесс тренировки проходит просто идеально, и создается абсолютное ощущение, что ты занимаешься с тренером. Также на платформе FitStars можно найти различные рецепты, и более того, к рецептам прилагается курс «Основы рационального питания», где специалист-диетолог подробно рассказывает о том, как важно правильно составлять свой рацион. Есть огромное количество рецептов, которые содержат подробное описание и видео, и, конечно, несомненно, есть расчет калорий. Это очень удобно. По промокоду Ольга Хельга вы получаете скидку в 70% на все тарифы, без лимит, всего за 3990 рублей. Это выгоднее даже абонементов в спортзал. Я очень довольна, что я выбрала именно безлимитный тариф. Это дает мне возможность огромнейшего выбора программы. Более того, для себя я уже определила, какими будут мои следующие программы тренировок. Обязательно воспользуйтесь возможностью покупки безлимитного тарифа. И все ссылки я оставлю внизу, также мой промокод. Давайте развивать наше тело и физическую форму. Ну а я сейчас доделаю растяжку после тренировки, и затем я отправляюсь в торговый центр, поэтому оставайтесь со мной. The city of mine, it never gets me down. City of
Сколько здесь сейчас народа? Я все время забываю, что сейчас же, в принципе, время отпусков, и естественным образом сегодня все тусуются в торговом центре. Девочки, посмотрите, какая чудесная оправа в Nova Stories. 30 евро она стоит, очень классно, качественно выполнена. There's nothing to think about you, but you're stuck in my mind. I've been hypnotized by you. Hey, all the suffering and pain got me feeling so blue. 'Cause when it was us, I was never in. Какой красивый кардиган в цветочном принте. Так, сколько на него сейчас скидка? 50%. Стоил 100 евро, сейчас 50. Прям очень милый. А еще вот какие, но эти, конечно, такие более дерзкие, и жаль, этот замок не дает возможности посмотреть, как правильно смотрится эта форма, но все же довольно симпатичная. Как вы, кстати, относитесь к цветочному принту? Вот смотрите, я не знаю, конечно, возможно, среди вас есть любители таких вот огромных, красивых, красочных цветов, но мне кажется, это сразу вот лично моей внешности добавляет возраста. Я такие платья, честно, совсем не люблю. Не то, что платья, вообще вещи в таком ярком цветочном принте. А в сравнении, посмотрите, такие более приглушенные оттенки. Менее красочные, но в то же время такой же насыщенный. Посмотрите, здесь цветы также довольно большие, принт, но внешность выглядит совсем по-другому. Ну что, зайдем в Massimo. Вижу уже здесь также огромное количество людей. Но давайте все же зайдем, посмотрим, потому что сейчас распродажи, время распродаж. Может быть, что-то найдем. Сейчас хочу посмотреть какие-нибудь брюки на распродаже. Примерить и, возможно, что-нибудь себе еще и приобрету. Пока ничего не нашла. Ну и что? Собственно, очень много вещей на распродаже, если вы вот намерены себе что-то покупать, тогда, возможно, поспешите, потому что распродажи, они не вечные. Вот, мне понравились как-то вот эти вот мюли, сандали такие, я их примеряла. И вот они сейчас, кстати, на распродаже. Цена их 90 евро, очень удобно. И бежевый цвет всегда совсем будет комплементарен и сочетабелен. Такие симпатичные кроссовки. Во что бы я точно не инвестировала, в кавычках, в ближайшее время, так это, конечно, принт тай-дай, мне кажется, уже немножко и надоел, и устарел. Ну что, здесь все так же яркость, которая зашкаливает. Кстати, симпатичное платье. Давайте глянем, что по цене. 1800, 180 евро, 38 размера. Я сейчас возьму, кстати, примерить все же. Не могу уйти с Massimo, чтобы ничего не примерить. А, значит, вот как раз 36 размер. Что ж, девушки, я все же забежала в Massimo Dutti, решила кое-что примерить. У меня нет микрофона, потому что он у меня сломался, поэтому буду стараться говорить громко. Надеюсь, вы меня услышите. И хочу показать, что сегодня на мне. Это мое трикотажное любимое платье, которое я вот просто на себя натянула и не могу его снять. Льняная рубашка из H&M, мой шопер Карл Лагерфельд и обычные сандали гладиатора. Сейчас хочу показать также, что мы с вами будем примерять. Некоторые вещи я взяла на распродаже. Это сумка, два платья, это новая коллекция. Ну и, собственно, хочу вам показать это шикарнейшее платье. Очень сильно оно мне понравилось. Знаете, здесь такой визуальный какой-то оптический обман. Кажется, что
принт, либо такой какой-то из эпохи модерн. В то же время его легко можно визуально воспринять как animal print. Очень красиво оно смотрится. Посмотрите, какая здесь шикарная длина. Вот такой вот рукав, летучая мышь такая, которая идет сплошной шов. Прям очень понравилось мне это платье. И оно очень хорошо будет смотреться как с какими-то плетеными ротанговыми сумками, так с более структурными. И я, вы знаете, такое вот сочетание люблю именно с вязкой, с какими-то расслабленными кардиганами. С пальто будет также просто великолепно и очень рекомендую, обязательно оставлю ссылку. Еще мне нравится, что здесь довольно нейтральные пуговицы, не будут забирать внимание. И посмотрите, какой огромный ниспадающий рукав. Здесь аккуратненьким образом сделано горлышко, ничего лишнего. И сам этот принт, здесь как бы идет такой коричневый оттенок с кремовым, смотрится очень благородно. Я бы его отлично использовала также в более холодное время, то есть осенью, зимой, под сапоги, сапоги-трубы. Ну и, конечно, как вариант, это пляж в летнее время в черте города. Смотрится просто великолепно. Единственное, 36 размер мне все же великоват, и 34 смотрелся бы получше. Но такая расслабленная форма мне всегда нравится, и иногда я делаю выбор в пользу большего размера, чтобы сохранить этот эффект расслабленности. Давайте это все примерим под сумочку. Сразу глянем, сколько стоит сумка. Цена на сумку 65 евро. Также симпатично смотрится с платьем. Цена платья 180 евро. Это 100% вискоза. У меня 36 размер. И я вам его хочу очень порекомендовать, потому что, в принципе, довольно неплохой состав. И смотрится оно очень интересно. В одном из видео говорила, что в основном я попадаю в примерочные, где отсутствует табуретка, и только в Массимо мне всегда везло. Сейчас ее нет и в Массимо. Видимо, табуретки нынче и пуфики в дефиците. Но это можно простить, просто смотря на это чудесное платье, расслабленное платье в таком апельсиновом цвете, цвете лета, смотрится просто безупречно загорелой кожей. Ставлю здесь вискоза и ацетат, у меня это размер S, и сидит оно, конечно, очень расслабленно, красиво, все как я и люблю. Здесь идет пояс, который можно использовать как спереди, так и сзади. Фактура у платья мне не очень нравится, ткань довольно тонкая, выделяет, как можете видеть, выделяет белье, немножко просвечивает, и сзади здесь, конечно, очень красивым образом выполнена спина, возможно, вы не увидите, но я обязательно поставлю фотографию, но, несомненно, как пляжный вариант, скорее всего, я вряд ли бы использовала его просто в черте города, допустим, в летнее время, с каким-то подходящим бельем, вполне себе возможно, но для меня все же это какой-то более такой пляжный вариант, к которому располагает как и цвет, так и его какая-то вот эта вот очень тонкая ткань. Сама по себе модель и фасон этого платья просто замечательный. Цена его 130 евро. Таким вот образом оно выглядит. Здесь идут потайной пуговичный ряд. Но здесь, несомненно, тот случай, когда первые попавшиеся вещи просто подошли, понравились на все 100. Вот такой образ у меня получился в морском стиле. Сочетание просто превосходное. Естественным образом красиво смотрится эта рубашка с синей полоской в геометрическом принте. Просто с белыми джинсами клёш. Эта сумка добавляет коричневый контраст, который смотрится очень гармонично. Я вам просто на 100% рекомендую этот аутфит. Рубашка очень приятная по качеству. Посмотрите, здесь довольно нейтральная пуговица. Она имеет такой расслабленный,
очень свободные, просторные силуэты. Это у меня размер S, цена ее 85 евро. Брюки у меня в 34 размере, и цена их также 85 евро. Это все новая коллекция. Брюки смотрятся просто превосходно. Посмотрите, какая здесь завышенная талия. Очень плотный джинс. И посмотрите, как это все смотрится свежо, чудесно. И в таком образе реально хочется прогуливаться где-нибудь по Френч Ривьере. И смотрится это довольно стильно, а в то же время просто, нет вообще никаких перегружающих деталей. И единственное, конечно, я не готовилась совершенно что-то примерять и снимать, поэтому же прошу извинения за свой этот хвостик. Ну, даже мой хвостик сюда вполне отлично подходит. We grow, we go, but in the middle, oh, oh, Сумочка, если честно, в особый восторг меня не привела, но если вы любите такую форму, то, возможно, присмотритесь, так как она сейчас на распродаже. Но здесь я не нашла никакого чехла потайного, то есть все это будет вот так, скорее всего, открыто и не очень безопасно и не очень красиво. Посмотрите, кстати, как эта рубашка смотрится с моим платьем. Мне кажется, все просто замечательно. Также такая легкая морская эстетика. И хочу вам показать, что здесь рука выполнена вот таким вот образом. То есть довольно спущенная вот эта вот плечевая пройма. Такой также эффект летучей мыши, но смотрится это все довольно гармонично. Давайте забежим еще в Кош, посмотрим. Что интересное здесь, также сейчас есть скидочки. Посмотрите, кстати, что в Массимо, что в Кос, практически нет народа совсем. Такая замечательная рубашка в таком деревенском сельском стиле. Цена ее 60 евро. Очень красивый принт. Давайте посмотрим. Замечательно смотрится. И плюс то, что у меня, допустим, глаз не устал от такого принта. Она такая более пижамного типа. Видите, какой рукав здесь. Вы меня, надеюсь, слышите. Но брюк я к этой рубашке не вижу. Очень понравился топ мне. И довольно демократичная цена. 30 евро. Давайте посмотрим, что в составе. Мелкая полоска и такой вот, видите, он такой немножко как затертый, очень красиво и стильно смотрится. Значит, в составе здесь хлопок и лен, чудесный состав, девочки, просто рекомендую вам. Посмотрите, какой замечательный, с черными брюками, с джинсами. Ну, это такой более, конечно, простые варианты, но даже в какое-то более сложное исполнение он будет смотреться просто великолепно. Видите, как красиво сочетается с трикотажем, с черной рубашкой. То же самое может, он отлично будет сочетаться и с какими-то трикотажными шортами, и с шортами в мужском стиле.
Девушки, хочу вам порекомендовать это замечательное платье. К сожалению, сегодня нет возможности его примерить, но я на следующей неделе собираюсь записать несколько шопинг-влогов, обязательно его примерю. Цена его 90 евро. Посмотрите, какая здесь красивая такая гофрированная фактура, очень легкая, но, скорее всего, будет хлопковая, совсем ненавязчивая, нет никакого блеска. И этот расслабленный силуэт такой, видите, он довольно легкий, отлично просто на лето. И такой красивый кремовый цвет, вот прям честно очень вам рекомендую. Посмотрите, какое оно красивое. Кстати, я сейчас заметила, что очень много платьев, в частности в кос, вот идут именно в такой вот легкой мелкой плессировке. Это платье я уже примеряла в одном из своих влогов. Очень вам рекомендую. Оставлю ссылочку, чтобы вы посмотрели, как оно смотрится.